Всего лишь извлечение звуков, собственно, как и обычно, я об этом.
2,5, 2,8, 3. Побежали, 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 побежали. Зарядка энергии никогда не была такой приятной, как
завтра проснемся и будем вообще просто как огурчик. Будем энергетически заряжены, как батарейка, и будем активничать. Так что не забудьте покушать. Это добавит вам энергии. С кофе вполне возможно, с чаем. Собственно, все просто. Элементарно просто.
Интересно.
можно сделать и потом. Можно немножко полентяйничать, включить лентяя и насладиться удовольствием. Вот и все. Включаем лентяя, лентяйку и работаем над своим энергетическим полем. Но ведь у каждого есть энергетическое поле. У каждого. И это поле всегда что-то притягивает. Всегда чего-то притягивает это энергетическое поле. Так вот, притягивает оно все то, о чем мы думаем. Поэтому нам что надо? Совершенно верно думать. Правильно. Положительно. Ни в коем случае, если что-то плохое подумалось, не надо думать так. Ой, нет, только не это, только не это. Говорите себе так. Но бывает всякая жизнь. Ну, кто знает, как оно будет. Всякое есть, всякое может быть. Главное, не отрицайте, потому что если вы отрицаете, вы этого боитесь. А вы этого не боитесь. Вообще просто не бойтесь, и все. И все будет хорошо. Вокруг люди, вокруг всегда все понятно. Люблю поумничать, поэтому потерпите. Поумничаю и перестану. Вот, поумничал и перестал. Давайте дальше. Дождики дождиками. Пощекочем барабанные перепоночки в ушах. Нужно же низкими частотами немножечко пощекотать наши барабанные перепоночки, потому что это хорошо, это очень приятная штука. Давайте начинаем. Вот. Хорошее состояние покоя.
приятная температура, свежий воздух.